Є, ну я на проводі, ребят. Ну що, поїдемо, мішки поможемо бар відкрити. А то бідолага їй. Сьогодні на 6 утра, не на 8. Мороженого много позаканчивалось, надо сделать. Спадки хочется. Тяжело с утра глаза продирать. 5:40 утра. Поехали. Да, вени ми. Sì, che ce l'ho? Le chiavi per entrare? Sì. E vieni qua allora? E di qua. Мишель приехала бар открывать. Без ключей, без ничего. Говорит, а кто мне откроет? Артист. Ma dovevi aprire te, mi? Ma non ne ho le chiavi. Ma perché non l'hai presi? Perché non l'hai presi chiave? E chi me l'ha dato? Dovevi chiedere a Ву? Salutiamo tutti. Мишка взломщик. Начала фай. А, Мишель, Мишель. Я волю фарила Нанна. Денек начинается на отлично. Этот холодильник включен, а этот, который морозилка, выключен. Смотрите, что происходит. Идет дождь. Все капает в морозильнике. Пришлось вызывать на работу сейчас нашего бариста Али. Потому что проверили, все вроде бы все включено. И в то же время, вы представляете, если разморозится холодильник, что это будет? С ума сойти. Мишель еще спит. Спит, она просто не реагирует. Она делает свое дело. А ты, Лилек, переживай за все. Ой, блин. Ну и как вам такие стрессы в 6 утра? Нормально. Господи, сейчас если не включится холодильник, это надо вызывать мастеров в 6 утра ровно. Я не знаю, что делать. Не хотелось бы звонить Сильвию. Сейчас попробуем мы сами эту проблемку решить. Надо делать мороженое, витрина пустая. Все, мы в полной торге, ребята. Да, ребята, такой ситуации, конечно, никто не ожидал. Вот так вот может ночью отключиться морозилка и пойти вся наша работа на смарку. Куча товара, который стоит бешеных денег. Приехал Аля, хорошо, что мы нашли, где включается, но он-то знал, это их бар. Мы с Мишей как слепые котята. Вот так вот. У меня куча мороженого, я поэтому приехала пораньше. Хорошо, что приехала. Так бы была полная торба всему. Вот такие вот бывают внештатные ситуации. Смотрите, фьордила, ты готова. Едем дальше. Вы думаете, наше веселое утро на этом закончилось? Еще и хлеб не приехал. Так что будем еще сами хлеб выпекать. Ну, не денек. Сейчас приедет Сильвия, сейчас будет полная торба всему. Ой, я бегаю туда-сюда, я не знаю, что делать. Там мороженое делается. Тут будем хлеб замешивать. Хлеб не приехал. Что делать? Будем делаться. Филон раскатаем. Надо бегать туда-сюда, потому что там машина. Браво, Лили, браво, хай панили, браво. Cosa devo fare? Per forza. E vai, Миши. Сейчас раскатаем филон и сделаем хлеб. Пусть растет, а мы потом. Главное не провтыкать мороженое. Замерзнет в машине и будет нам торба. Это все вчера Сильвия должен был заказать. Что он не заказал, непонятно. Ой, хорошо, что вчера хоть тесто сделала. Говорю, Мишка, что бы ты делала, если бы вот это случилось, чтобы ты была одна? Она говорит, я бы развернулась и ушла бы домой. Так, у меня камера в муж.
хлебушек нарезали для ресторана. Пусть растет. Потом включим духовочку, побежали мороженое вытягивать. Дайте хоть передохнуть. Пришла Эрика, слава богу. Начали вставлять все на свои места. Тут все холодильники выключены. Хоть караул кричи. Мороженое чуть не растаяло. Надо было все переделать. Все, сейчас бегу до Мишель делать пиццу. Мишель одна. Она с утра была в панике, но сейчас все нормально. Даже не успела переделать все мороженое, но некоторые, которые позаканчивались, сделала. С этой внештатной ситуации сейчас иду помогать Мишке делать пиццу, потому что она одна. Короче, я между двух огней бегаю. Поможем Мишке сделать пиццу. Чтобы она не плакала. Миша, Мишенька, не плачь, не утонет в речке мяч. Начальства нет, никого нет. Все сами себе начальники сегодня. Да. Как по мне, так качалочкой. Все-таки удобнее пиццу делать. Два раза копнул. И готова. Чем это стоять и руками шмякать? Вы как скажете? Привычные мы, да? А итальянцы все руками тянут. Ну и надо время чуть-чуть повысходить. Сейчас она за это время покруглится. А? Все. Quella panna è una Nutella, quella fai lì 2 euro o 1,50 euro. 1,80 mi sembra, guarda che c'è prezzo qua. Шесть пиц для начала хватит. Как вы считаете? Хватит? Я считаю, хватит. Потом приедет Сильвия, захочет и сделает остальные. С пополонечку. Шлеп. Шлеп. Сойдет. Сойдет, сойдет. Круть, верть, верть, круть. Поменяли. Раз, два. Пиццу раздали. Три, четыре. Пиццу съели. И добавочки попросили. Сырочку накинем сверху, духовочку за бабаськой. И готовченка. Та-дам-та-дам-та-дам.
лисички гремят, моцарелка сыпется. С орегано посыпем, маслечком покапаем, духовочку заляпаем. И наша пицца готова. Сейчас печка свои градусы наберет и закидываем на 10 минут. 5 минут, все готово. Смотрю, Мишка там танцует. Наверное, надо ее в туалет отпустить, да? Мишка! Отпускаю. Все, первые три пиццы выскочили. Сейчас еще чуть-чуть. Поехали писать меню. Так что, чтобы сказать ха-ха три раза, на этом еще мои испытания на сегодня не закончились, потому что пришло терминал, который можно платить, банкомат и кредитные карты. Так что сейчас будем репетировать. Никогда я этим не пользовалась. Сейчас как нашлепаем мы тут всего чего-то того. Посмотрим, что нам Эрика сегодня практически сама все готовила. Ой, что я сегодня фигара там, еще гамбургер с прошутто и с сыром расплавленным сверху, курочка с перчиком, рыбка с томатиком, все нормально. Тут, слава богу, салаты я сделала. Ой, какой дурдом сегодня, какой дурдом. Хоть бы этот день быстрее закончился. Вы спрашивали, сколько стоит у нас пообедать. Наше меню стоит 10 евро. Первое, второе, водичка пол-литра и плюс кафе мы даем в придачу. А идемте покажу, какой я хлеб испекла. Пиццайолу. О, боже. Людей не рассмешить. Вот этот хлеб я испекла, потому что не заказали хлеб. Понятно? Так что я еще не только пиццайолу. Сейчас попробуем. Кстати, вкусный, хрустящий сверху и мягкий внутри. Так что, слава богу. Дадим сегодня Мишке покушать, заработала. Ай, вода, нету ди манжаре, ози. Порка пуза, ариво. Все, мой начальник залез за головой в холодильник, продал все мороженое, что сделала, блин. Ля, ля. Полный зал людей, это вообще, это что-то пипец какой-то. Перековырял, у меня нет слов. 7 часов вечера, с 5 утра. На ногах. Нормально. Завтра такое же время надо опять ходить на работу. Продали опять почти все мороженое. Кто мне там пожелал? 1 000 000 клиентов. Ну, сегодня практически так их и вышло. Так что едем домой, отдыхаем, потому что сил нету.